8 июля, Санкт-Петербург. Роман, видео распаковочка будет для вас. К сожалению, да, остался только вот красненький и вот такой вот черненький цвет. Ну, соответственно, новый запечатанный. Так. Коробочка, ну, видим, да, новенькая, запечатанная. Вскроем, проверим. После видео можно делать оплату. Производить, вот пришлем вам реквизиты по плате. Коробочка достаточно тяжелая, поэтому когда будем забирать его со СДЭКа, то есть будете забирать его, берите с собой напарника, потому что необъемно, тяжелая, 30 килограмм. Опа. Ну или же приходим с СДЭК, оформляем доставку до двери в своем пункте по своим местным тарифам. Значит, сразу первое. Правильно изымаем спинку из коробки. Это вверх, это низ. Нащупываем кнопочку, поднимаем подлокотник раз, поднимаем подлокотник два. И с левой стороны вытягиваем. С правой стороны нельзя, потому что там РПП ручка, можно повредить подлокотник, и эко-кожу, и саму ручку РПП. Так, значит, инструкция. Наша печать обязательно хранить, даже по истечении гарантийного срока. Значки соблюдаем, так сидеть не стоит на кресле. Пакеты я не вскрываю, все просмотрю. Красный цвет, видишь, красная строчка. Также проверю работоспособность РППшки. На видео это не попадет. Так, все замечательно. Пятилучие алюминиевое прямое. Вот видите, какое. Да. Так, подушка под голову, валик под спину. Сейчас посмотрим на подлокотники обязательно. Вот так вот. Подлокотники. Так, пойдет. Второй подлокотник. Нет, тут подлокотники есть деформация. Блин. Есть деформация. Так, ладно, придется менять подлокотники, хорошо. Что-то нашли. Так, посмотрим теперь эту коробочку. По комплектации. Ключи есть. Декоративные накладки есть. Колеса есть, газлифт есть, флажки есть, все на месте. Это хорошо, это радует. Так, пока сюда. Мультиблок. Тоже обязательно надо его посмотреть на всякий случай. Так, усиленная планка. Вот эта гайка для регулировки режима качания. Так, все хорошо. В принципе. Так, пока сюда. Так. Ну и само сиденье. Но все равно мне придется его доставать, так как менять подлокотники в любом случае. Поэтому все, я смотрю, все идеально, все красиво здесь. Все, подлокотники мы заменим. Так, значит, по правилам эксплуатации, помним, не сидим по голому торсу. Пот разрушает эко-кожу. Обязательно ухаживаем, покупаем автохимию и протираем хотя бы раз в месяц. Ухаживаем за и также подлокотники. И правильно взаимодействуем с углом наклона спинки. Соответственно, я думаю, вы уже видео видели эти рекомендации наши. Поэтому выполняем эти рекомендации обязательно. Так, отгрузка будет в воскресенье, то есть завтра. Кресло уже поедет.